Всем привет, Луся. Вы in Good Play. Люсьен, нет, он твой брат. Люсьен, нет, он твой брат. Вы in Good Play, и мы продолжаем играть в нашу... Или я? Так, нам... Что нужно... Теперь возьмите инженера отсеки карты памяти для коммуникатора, чтобы я туда поместился. Во-вторых, получить доступ к центральному серверу. Через просто путешественников для помещения. Так. Вообще, инженерный отсек. А где у нас инженерный отсек? Это он заряжается, да? Понял. Так. О, чувачок. Кажется, все ушли отдыхать, кроме меня. Инженерный отсек. Лифт. Ну, это зона отдыха. Криокамера. Физическая планетарная лаборатория. Биолаборатория. Инженерный отсек. А где он должен быть-то? Палуба, инженерный отсек. На второй этаж. Будьте бодобры. Ку-ку. Ё-моё. Ядро сервера. Что здесь все плохо? Ремонтный сервер. О, инженерный. Загрузка такая. Что это такое? Фимолка? Привет. Это что такое? Переработка воды или чего? Что это? Это кнопка для того, чтобы... Милович смешон, с тех успехов все можно слова в пять. Ты чё, вообще с ума сошла, баба? Роботы эти, уборщики. Блин, а куда?
Карту памяти, где ее возьму? Я только как вижу это. Грузит, что-то грузит мне. Вот это что? Это чьи-то ноги? Почему к тебе вообще нельзя подойти? Такая прям это... команд. Вот я пытаюсь. Взять. Как я должен взять? Она не хочет. Взять? Что? Что мне происходит? Может, на костюм за это закрепить? Нельзя. Нельзя. Ха? Это ну, нормально, что он никак не действует? Ладно. Мы уйдем. Что это у нас? Ремонтный центр. Не толкайся, урод. Может, нам надо центральный сервер? Ядро реактора. На этот это лифт. Это сервака. Ой. Он заметил меня. Он преследует меня. Мерзкий. Летаю этот. Что это такое? Здесь может, да? На управление реактором. Ох ты, как красавец. Реактор. Прям как... забыл даже, как фильм называется. А чё, не включи. Мы же не будем осуществлять какие-то страшные моменты. Нет, ты включи, пусть. Ладно. Здесь нечего ловить. «Сквозь горизонт» или что такое называется фильм. Ученый захотел найти свой корабль. Корабль он создал с двигателем черной дыры. Вот. Что это? Что это такое? А, во. Татьяна. Опа, ты раскрыла, да? Ой, ты боженька. Ой, ты моя хорошенькая. Я взял карту памяти. Ой, я бы тебя это... чпокнул.
Реально, ну такая хорошенькая, да, девочка? Хоть и ничего. Ну, нет, есть. Что-то есть. Хорошенькая девочка. Танька Смит. Прям как это. Семья Смит, да? Так, у нас. Во-вторых, получить доступ к центральному серверу. Чтобы скопировать меня через порт. А центральный сервер где? У меня на бороде. Так, ладно. Центральный сервер. Ядро реактора. Он нужен? Что-нибудь можно сюда куда-нибудь втыкнуть? Нет, нельзя, нельзя. Вот, и получается, ну, если кто, ну, кто хочет посмотреть, тогда не слушайте. А кто, как бы сказать, видел, тот, может, поймет. Здесь сюда можно, нет, пройти? Можно, да? Мне жаль, ребята, но у вас недостаточно прав на вход. Понял. Ясно, я скоро вернусь. Угу. Чтобы бежать. От кого-то бежать? Может, я что-то должен загрузить? Что сделать должен? Непонятно. Ну вот я взял чип. Один взял. Танька, скажи мне, что еще делать? Таня. Таня. Мы тебя теряем. Ты молчишь. Сучка. Ну. Что дальше делать? Где этот центральный сервак? Ремонтный центр нам не нужно. Поехали на лифте покатаемся. А вот голова заработает. Ядро сервера нельзя. Он меня ждал. Ядро. Жилые помещения, медотсек. Женератор ядро сервера, ядро реактора. Капитанский мостик, конференц зал. Наверное, капитанский мостик. Центральный сервер. Ну, сгоняем, посмотрим, если что, вернемся. Вообще. Британская каюта, центр управления, конференц-зал. А что здесь у нас такое? А здесь мы были. Не знаю. Хер с тобой. Золотая рыбка. Поехали назад. Мнемодром нам не надо. А, подожди. Элис. Элис на четвертом, да? Алис? Элис? Элис?
Извини, ты будешь в порядке. Мне нужно одолжить твой коммуникатор. Где он? Дальше что? Что дальше-то? Так, сценарий сериал, что Петя сменяет через порты. Сценарий сериал есть только Элис Уэйт и Филипп Ландер, Петро Линч. Но они никакие. Они со мной не пойдут, значит я пойду одна. Перевод быстрее, быстрее, проснется. Ну, конечно, не проснется, но все равно. Мы едем или что? Господи, все самому надо делать, все нажимать. Вот что это такое? Что за фигня? Ну, приехали? Нет. Что это? Ядро сервера. Есть у меня доступ, есть. Hello, Alice. Приветствую, Элис Винтерс. Ага, дальше что? Пожалуйста, используйте ключ-карту, чтобы разблокировать центральный сервер, за что необходимо ввести дневной пароль. Ты ничего не говорил про ключ-карте. Извините, Элла, я думал, вы знаете, как это работает. Где мне его достать? Может, поищите в сетевой поддержке? В сетевой поддержке. Чё, совсем дурак. В сетевой поддержке такой говорит. Ты бы хоть подсказал, здесь ли бы мне очень его искать. Куда-то нету. Стоит поддержка. Жмурую, а. Роботы они такие, хитрые, хитрожопые. Я думал, вы знаете. Сижу, блин. Гадаю уже. Просто реально не знаю. С его поддержкой. Я ухожу. С его поддержкой. А кто сетевой поддержкой занимается? Да она не бежит, эта кобыла. Инженерный отсек. Слушай, ты не подскажешь? Тань. Код. Сетевой поддержки. Ремонтный центр. Центр. И знать, что делать. Ядро реактора. Ну. Просто, да? Так, терминал. Activated.
Annulated. Astor Vista, baby. Блин, такой вот вообще атас. Вот что мы делаем? Мы просто как обреченные ходим. Сетевая поддержка. Где я должен это взять? Ну, где-то здесь. Ты не спрашивай меня.
Блин. Вон оно как. Поняли, да? Ну почему я не могу взломать? Отлично. Капитан Грегон Мелкович, Элис Вентерс, секс в космосе? Ты тут? Ага, на мнемодроме. Знаешь, я в конференц-зале на мосту. Как насчет чашечки кофе? Нет, мило, слушай, внезапная интрижка, это хорошо, но больше мне не нужно. Уверена, не нравится проводить с тобой время. Это чисто биология, капитан. Тебе известно, что... Я не в восторге от общества других людей. И, кстати, мне кажется, я и так провожу слишком много времени с тобой, Филипп. И остальными, Милош, понимаю, я старше тебя, но... Ой, пожалуйста, прекрати, ты ничего не... Так ничего не получится. Если ты уверена, но если вдруг передумаешь, ты знаешь, где меня искать, конечно. Ну, это личная переписка. Чтобы вот это все сделать, чтобы взломать. Хорошо, ты указываешь путь, но куда? Вот такая вот карта. Непонятная. Поехали вниз. Чё ж тут поделать-то? Может, в зоне отдыха кто поможет?
Ну-ка, мы должны забить. Он вообще плохо берется. Connected to the server unit. Мут. Так, мут. Так, это мы все взяли. Ну что, теперь у нас... Нам ядро вернуться. Так, ой, зона отдыха не надо загружать. Давай на второй.
То есть... Ну вот. Угу. Код. И что мне с этим кодом делать? Расскажи. Покажи. Нет, да? Что это? Артефакт какой-то. Здесь что у нас? Дорогие Элис и Вейп, снова пятница, и поэтому, пожалуйста, сделай резервное копирование, передавайте все центральные серверы и за неделю не забудьте установить блокировку с самым чрезвычайным использованием своих личных ключ-карт с максимальной осторожностью и только в чрезвычайных ситуациях. Так, понедельник, воскресенье. Под это стоим и замерзнем. Нет. О, это же получается АА, АЦД, ЕФ. Это по... Понедельник. Что за загадки вообще? И ты придумывай, думай об этом. Что там, куда надо сходить? Снова пятница, поэтому, пожалуйста, сделайте резервное копирование, призовите в центр за неделю. Так, это получается сегодня пятница, да? Что это? Так, нам нужна активация произвести. Нажимаем F1. Это вот с этой стороны. А2, А3, точнее. А2, 3. А2, 3. Здесь тоже все нарисовано, все прописано, да? Вот. Так, F2, 3. 2, 3.
И Б... И Б... Дв... Б2... 2. Отлично, теперь представьте коммуникатор к линку порта, чтобы подключиться к центральному серверу. Угу. Пожалуйста, добавьте разрешение, чтобы начать процесс. Разрешить. Вот это заморочка. Привет, портативный КАС. Теперь я должен сообщить капитану, что вы нелегально получили доступ к центральному серверу. Ты издеваешься? Я обязан следовать протоколу, забыли? Советую проторопиться к аварийным капсулам, которые, что вам наверняка попытаются помешать. Позаботьтесь, как они следуют, портативный КАС. Слушаюсь, капитан. Это уже полная шизофрения. Еще не полная. Глошевич набирает. Что вы делаете, Джонс? Прости, капитан, но я не могу потерять больше ни секунды. Можете и будете делать то, что я приказано, как на капитанский мостик. Я не сужу войска, капитан. Вы совершаете огромную ошибку, доктор. You are alone on the deck. I'll temporarily block the elevator. But how do I get to the escape pods without the elevator? Go to maintenance core and from there, take the maintenance shaft down to deck 1. Keep in mind that it is 25.321 meters deep, so gravitational thrusters will be crucial. Now turn off your wrist comm until you've reached the pod, otherwise they will detect you. Got it. Как говорил мой друг из Болгарии, Мишка страх, мен не страх. Волков боятся, в лес не ходить. Аккуратненько. Спасибо, Кас. Понял. Ну, как обычно. Да, заблокировано. Здесь нечего ловить. Здесь тоже заблокировано. Здесь что у нас? Загоны. Так, мне не страшно, потихонечку. Кто-то пилит. Шифа. Это что за гон? Опа. Инопланетяне? Кас, ты тоже видишь, что и я? Повторяю, если кто-то увидит Дэ Ривер, Элею Кэтрин Джонс, немедленно приведите ее ко мне. Блин, а как посмотреть? Медикала... Экватор. Медицинский отсек.
River, run! Give me back the... Закрыли, да? Я думал, он так и так одета. То есть что-нибудь работает? Казуми, черт бы тебя подрал. Опа, опять. Каз, ты должен мне помочь. Казуми, что происходит? Быстрее, пока они не перекрыли систему эвакуации. А, во. Полетели? Назначить траекторию, подготовиться к выбросу. 3, 2, 1. Ну что, упаковывают что ли нас? Или это просто туда отправляется? Я не могу понять. Аварийная капсула, да? Почему показывают мне аварийную капсулу 3? Название просто я. О, а слева вот как раз вот это вот непонятно, что это такое. Интересно, что там на станции, на той? Ну это, наверное, я не знаю, сейчас это будет... Это, наверное, за концовку первого эпизода идет? Или как это назвать? Либо как-то это все, не знаю, аккуратно все сделать. Зачем такие долгие моменты вот это вот пересекания? Мы все-таки же не играем что-то реальное времени прям.
Или они хотели просто показать, как это долго летится. Так она капсула может и улететь нафиг. Никуда. Моста, например, между этими кораблями нету и все. Спасибо за игру. Да. Это первый эпизод. Ага, она там. Кто? Ей так одиноко. Казуми, что происходит? Она хочет поиграть. Вильям Малкомс. Это памяти. 55-15 году. Да. Нет, это просто это эпизод такой. Без продолжения. Я не знаю, просто. Каюдай. Спасибо, что были, смотрели. Ну, в основном всем занимался вот. Карлский, Вайло, всем, Таралис, ну да, ну всем спасибо большое за просмотр, оставайтесь в канале, что-нибудь другое.